Друзья мои, сюрпризы не заканчиваются. Сейчас почтальон принес посылку. И посмотрите, что здесь. Дубайский шоколад. Ашкам беншокта. Сейчас будем пробовать. Открыла я шоколад. Он оказался настоящим дубайским шоколадом. Смотрите, как упакован. Просто без красивой упаковки, но похож на него. Вот такой точно он дубайский шоколад. Будем пробовать. Друзья мои, хочу поделиться с вами, знаете, чем? Как выглядит этот шоколад? Я уже тут записывала для ТикТока и поела его. Посмотрите, какой вкусный, какой красивый. Действительно, он вкусный. Это как торт. Это просто очень вкусно. Ну, я представляю, когда это будет оригинальный. Вот это же не оригинальный, я уверена. Он крошится, падает. Но я благодарна, что я его попробовала. Пойдем варить сейчас. Пойду варить кофе сейчас. Будем пить со Шкымом. Так я выгляжу. Хочу вам рассказать, как мы вчера провели с Сашкой мое время. Просто было фантастически. Я так давно не веселилась. Хотя мы недавно ходили в ресторан, но только поели. И когда ты не пляшешь, нету музыки, совсем не интересно. Ну, только лишь бы покушать вкусно. Так вот, мои дорогие, мы вчера так время провели замечательно. Во-первых, мы не заказывали никаких блюд, столько было закусок, что нам это хватило. Даже остались вот эти закуски. Потом была там музыка живая, такие песни пели. Во-первых, был зал переполненный. Ну, заполненный, не переполненный, а заполненный. И интересно, танцы были, все танцевали. Такое обслуживание было. Потом нам принесли какие-то, знали, что у нас юбилей, и на огонь принесли, на огне орехи жареные, не знаю, какие. Потом нас посыпали лепестками роз. В общем, к нам было очень такое внимание. Потом перед нами танцевала танцовщица, я с ней вместе. Ой, это было так классно. И мой муж ей 50 лир засунул, и мне тоже. Я потом начала танцевать перед ним, и он мне все пихал, и оказалось 40-45 лир, и в итоге я подарила свои заработанные деньги и танцовщице. Вот, друзья мои, пришли мы на таких, под такими впечатлениями, на такси мне мой муж привез, мы еще дома танцевали с ним. Так приятно, еще такие цветочки я получила в подарок. А сегодня еще этот дубайский шоколад, стоит он 550 лир. Все равно это деньги. То этот, наверное, так же, то в ресторан, даже не знаю, сколько потратил, сказала мужу, что мне это неинтересно. Мне, я горжусь таким мужчиной, как ты. Несмотря на то, что сейчас для тебя это трудно, но ты вел себя достойно. Вот такого мужчину я люблю. В принципе, мой муж всегда достойно ведет себя, да. Мужик он настоящий. Так что вот, мои дорогие, такой замечательный день был вчера. Сегодня я такая немножко не собранная, да, но все равно собралась, видите. Привела себе порядок, сделала гимнастику для лица, нанесла макияж, а также волосики привела в порядок, постирала сейчас, посуда у меня моется, все у меня под контролем. Что значит быть счастливой? И что значит жить под мирным небом? Наслаждаться. Какой-то у меня макияж такой по минимуму сделала, да. И я, кстати, купила в Батуми тушь, и она очень мне нравится. Просто две туши, коричневая и синяя. Вот я вот прямо балдею от этой коричневой, она так удлиняет ресницы. Вот, мои дорогие друзья, вот такие новости у меня. Я планирую также, хочу, ну сейчас о таких новостях можно рассказывать. Я планирую также вернуться на зумбу, но наш преподаватель уехала в Австрию на 3 года. И сейчас нужно будет нам как-то пойти с мужем посмотреть, есть ли там зумба.
проводятся ли там уроки зумбы. А завтра мы едем к родителям. Родители наши вернулись, и мы едем к ним. Так что вот такие вот у нас планы со Шкемом. А вам спасибо за просмотры, за хорошее настроение на моем канале. Целую вас, люблю. Вот такое сердечко я вам дарю, красивое. Вот такое сердечко. Пока-пока. Привет, друзья мои. Смотрите, какой гранат красивый. Куда мы пришли с Сашкой? К акции. К родителям. Как я и обещала, друзья мои, мы приехали к родителям. У них такой красивый гранат здесь. Смотрите, как он цветет. И тут цветочки тоже переставили Ашкемчик. Смотрите, какая красотища. Ашкем, буала джаз мы еве? Качтаны стер. Нас и лол мамыш. Бенджи оль муш. Ол дубаксы нас бак. Кюзель. Эвет, эвет, эвет. Буда ол муш. Боже, какая красота. Какая красота. Бак, бак. Пурада Дашкем Олмуш. Боже, какая красота. Рассказываю, мама выглядит замечательно. Волосы у нее выросли, поправилась. Такая же, как была 2 года назад. Вот все-таки, видите, человек победил рак. Все можно в этом и живет. Продолжать жить и радоваться жизни. Аппетит наладился, вес прибавила. Выглядит замечательно. Я очень рада ее видеть была. Вот, недавно они приехали, неделю. Это будет сейчас здесь. А этот гранат растет вверх еще. Вот. Ну, вот пока разговариваем. Я как невестка ухаживаю за ними. А там посмотрим, как будет. Какой будет сегодня у нас план. Главное, пообщаться тоже классно. Ну, посмотрим, Ашка, что делает. Портокал мы бумажки, портокал. Муз давар сизде муз. Муз молодец. Угу. О, портокал. Нашка. Бенде olsa, burayı bir düzenlerim abi. Buraya çim ekerim. Neyi yapacaksın? Çim. Yürüyüş yolu yaparım. Oraya bir tane şömine yaparım. Ayakta mangal için. Ашкем, Баш, я в деяп. Планы, говорит, такое сделал бы, такое. Турецкая невестка. Вся в готовке. Все-таки решили мы поужинать здесь с родителями. Я делаю салатик. Смотрите, тут сушится все с деревни. А Немчик нам дала все. Вот это хурма называется. Вот, смотрите. Она вяжет, но вкусная. Вот это вот что-то тоже. Мята, кажется. Это мы сейчас купили. Фрукты мы купили. Я купила, да. Вот огурчики, помидорчики. Там моя свекровь спит. Так, а здесь смотрите, как все у нас быстро, оперативно. Смотрите. Мы пока ходили в магазин, баба Джим уже нам костер сделала. Шке мой помогает. Вот так мы быстро работаем. Смотрите, где мы. В таком красивом месте. Под такими гранатами. Это такое кушаем. А где? Тавук. Тавук. Шашлык. Где наш шашлык? Вот наш шашлык. Ух, вкусняшка. Приятного нам аппетита, друзья мои. Всем добрый вечер. Чем это Светлана? Воскресный вечер занята. Она печет буреки со шпинатом. Захотелось мне сегодня повозиться с тестом. Тесто я сегодня делала спонтанно по новому рецепту. Поэтому я несколько штук решила испечь в духовке. А также на растительном масле. Потому что мне интересен сам процесс. Будут ли те пупырышки, о которых говорили, ну, в других соцсетях. Вот мои уже красавцы жарятся.
вроде бы так убралась чуть-чуть. Я, смотрите, эти пережарила тоже. Они вышли очень-очень интересные. Решила я вам записать и себя показать. Это надо, скорее всего, делать с лимоном. Ой, как же это вкусно, смотрите. Тут сыр. Лимон помоем. Я сегодня красила брови. Я сейчас все делаю сама. Смотрите. Сыр, лимон. Как это вкусно. Завтра скажу мужу, чтобы побольше купил шпината. Пробуйте. Тесто, я вам сказала как. Я просто заварила кипятком. Ничего получилось. Вы знаете, я сейчас принесла на стол, поставила противень. Мой муж начал смеяться. Ты как могла бы и духовку сюда поставить. Комик, настоящий комик. Ой, как вкусно, да? Шкенгизолёлду. О! Приятного нам аппетита.